Всем привет! Еще раз приветствуем на съемках Rum Club. У нас сегодня интересный ром. Ром Эплтон из Ямайки. У нас был 12-летний. Сегодня у нас парень постарше. Совершеннолетний. Мы поменяли циферки поменяли. Да, 21. Так что будет интересно. Вот так вот. Отлично, я вот очень рад видеть. Ты Appleton, ждал его? Да ты что, конечно, ждал. Appleton, во-первых, очень хороший ром, хороший производитель, высокое качество. Тут такая высокая выдержка, поэтому, надеюсь, не подведет. Еще надо сразу что отметить, я думаю, зритель уже увидел. Очень красивая бутылка, очень презентабельная. Такую дарить и получаешь подарок, мне кажется, презентация действительно, да, у Appleton 21, она, очень крутая. То есть туба. Она, да, это картон, по-моему, да, был, да, хотя, да, это картон клеенный, но он еще, знаешь, типа, как текстура сделана, как типа под кожу. Могу сказать, что это не кожа, но очень-очень похоже, да, и прикольно, что есть вот эти тиснения все, да, вот гравировочки такие прикольные. Суперские вообще. Все, такие. То есть текстура, все можно пощупать руками, то, что мы любим. Еще отличные слова здесь написаны, Rare, Limited Edition, знаешь, прямо вот VIP, топ. Да. Но Limited Edition это не совсем Limited. Они там вроде, конечно, у них есть, конечно, свое определенное количество тираж, сколько они делают в год, вот 21 года летний выпускают. Но его более чем достаточно на рынке, поэтому, в общем... Всем хватит. Всем хватит, да. Ну, это стандартная линия, скажем так, топ-лайн. Тут у нас еще внутри есть вот такая тема. Который, письмо. В общем, письмо от производителя. Письмо от производителя. Я зачитаю. Дорогой Давид, мы надеемся, что ты в меру насладишься нашим продуктом. Ничего там такого не написано, конечно. Это болтовня. Сертификат здесь внутри есть. Вот. Смотри, еще есть печать. И печать, да. Причем, такая прям плоская. Certificate of aging. This certifies that each individual number bottle has been aged in oak barrels for minimum of 21 years. Хорошо. Да, верим. То есть Appleton, он еще отдельно, скажем так, обозначивает, что честная выдержка, 21 год, да. Как бэджик носить. Да, честная выдержка, 21 год делается, да. То есть никакие не солеры системы, ничего такое, то есть все честно. Так далее. Стоимость на это 21 года летний ром с Ямайки, с Appleton, тропической выдержкой и 43 градуса. Не томи. Где-то порядка 115 евро надо рассчитывать. Да. Я думаю, что некоторые зрители наши могут быть моложе, 21-го. Да, но если вы очень моложе, тогда выключайте этот канал. Да. Это не для вас. Это не пропаганда алкоголя. Презентация действительно, да, очень красивая. Ты правильно сказал, да, что, это, наверное, один из таких, ромов, которые, да, я советую, когда приходят, спрашивают, что подарить такого. Но это вот один из вариантов, который, действительно кидается в глаза, и он, добротное, все добротное, да, пробка, коробка, туба, все там еще, да, сертификат, вроде мелочь такая, да, но все равно он тоже там с печатью, там все, воск как надо, да, все круто сделано. Я тоже один раз дарил, кстати, такой выпуск, и даже немножко завидовал, что вот дарю, а сам ты не пробовал. Да, сейчас попробую. Сейчас все это и поменяется. Наливай, я думаю. Майка. Вообще, если честно так взять, то 115 евро для 21-летнего рома, который действительно в тропической выдержке выдерживался, то это, в общем-то, не так много. Если взять, учитывать долю ангелов, которая там происходит, то это не так-то и много. Почему такая цена, в общем-то, невысокая, если так взять? Это обусловлено тем, что у Appleton, например, у них просто очень большой сток, на самом деле. Да, то есть... На рынке очень много рома. Да, продолжайте, пожалуйста, не останавливайтесь. И схожая ситуация, можно провести, например, с таким гигантом, тоже бренд, например, Эльдорадо.
тоже, да. То есть, если взять там тоже 21-летний, но он тоже будет там вот в пределах там 100 евро, там вот, ну да, да, что-то такое там. Был уже у нас, когда мы пробовали Эльдорадо 21 один раз. Был, да. Кстати, там с Эльдорадо у них сейчас поменялась ситуация, они перестали вроде подслащать его. Мы дойдем как-нибудь сделаем, я думаю, может быть, даже батл там. Ничего себе. Прошлый. Как ты говоришь, это Blast from the Past. Blast from the Past. Да. Ну что? Вот. Ну, настал тот момент. Очень мягкий, насыщенный. Вау. С такими вот сразу аромат такой у него, такой соблазняющий, манящий. Тропические фрукты. Вот, кстати, эстеры вообще, ну, как будто очень как бы мало для ямайского рома. Они здесь, видимо, уже совсем умеренные за время выдержки. Они как-то все расползлись, что ли. Ну, вот когда мы рассматривали 12-летний, если ты правильно помнишь, что я как раз-таки тоже обращал внимание, что вообще, в принципе, Эплтон, как ром, который с Ямайки, то он немножко отличается именно тем, что, ну, я его как бы больше именно вот, ну, вот характеризую как больше такой вот такой элегантный, более такой сдержанный, да, вот именно из-за отсутствия вот этих прям ядроных таких, ну, да, вот эстеров, которые, да, да, они вот чуть-чуть где-то, да, присутствуют, то есть как бы, знаешь, такие патриотические флаги Ямайки, ну, там, да, возникают, да, 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 но без всяких, знаешь, там... Без перебарщивания. Да, 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 да. Ну, полностью. Никаких митингов, никаких дудок там, знаешь, этих хоккейных, ничего все такого. Порядок, порядок, чистота. Ну, вот кофе, мне кажется, довольно кофе, так, соглашусь, отчетливо здесь выходит. Очень ровный, сглаженный. Очень, очень вот такой, очень, прямо, знаешь, такой хорошо, бархатный, шелковистый. Да, 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 это все про это. Фруктовые, сушеные фрукты такие, нету спелых, вот такие вот сушеные уже вот всякие. Ну вот прям вот тропические такие ассоциации, да, действительно. Да, красота вообще. Ну, безусловно, здесь чувствуется сразу, что это, ну, вот такой вот очень солидно выдержанный напиток сам по себе. Какой-нибудь интересный факт. Интересный факт? Про Ямайку. Ну да, ну, давай зрителю приколем что-нибудь. Он сидит, ждет. Он, у него-то нету Эплтон 21. Да. Он сейчас сидит, слюной давится, а мне даже ничего не... Не, ну у нас, например, вот что было? В прошлый раз я рассказывал о том, что 15-летний, например, да, что его, это редкость такая. У них, кстати, 15-летний точно в таких же бутылках раньше был. А сейчас они сделали как бы, опять поменяли дизайн в очередной раз. Причем они как-то очень сегментами меняют дизайн бутылок, то есть не на всю линию сразу целиком. Как-то вот так... То есть вот эту, вот как, здесь поменяли, здесь как-то оставили? Как-то вот, да, выборочно у них идет, да. Вот, и сейчас они опять поменяли дизайн бутылок. Ну, можете, не знаю, зайти на сайт, там уже увидите новые бутылки и так далее. И в том числе 15-летний, он уже сейчас как в обычной линии, да, встал. И это прикольно, потому что у них, ну, идет более там простые, да, там 12, 8, это ниже, да, и потом идет, по-моему, резерва у них шла еще совсем. Тут еще там, ну, примерно там с 8-летним, примерно на одном рубеже ценовом. А потом после 12-летнего уже был такой вот серьезный скачок сразу на 21. То есть 15-летнего вроде как и был на рынке, но он очень в таком лимитированном формате, действительно. Ну и цена на него у него действительно была неадекватно высокая. Вот, то сейчас это будет действительно как бы такой постоянный выпуск, так что можно уже искать. Ну, в России я не знаю, как там, когда появится. Но тем не менее, можно уже начинать искать, да. Зритель напишет нам сейчас все в комментариях. Вот он мне еще рассказывал, кстати, по поводу темы сотрудничества с Weller, проект общий. Помнишь, я рассказывал, что будет лимитированный выпуск, который Эплтон сделал первый раз под Steel? Да? То есть Эплтон — это, в принципе, бленд. Это купаж, который делается из разных перегонных кубов. Это и под Steel, это и Column Steel. Да? То есть различные кубы
Бочки используются, в принципе, по умолчанию это из-под бурбона. Кстати, они из-под Джек Дэниелса, да, кому интересно. Ну, фигурируют, конечно, у них в стоке какие-то тоже винные бочки, но они не делают отдельные выпуски под это, да. То есть они их просто добавляют как для каких-то более, может быть, изысканных блендов что-то там сделать, да, там типа Appleton Joy, вот там что-то я упоминал в прошлый раз тоже и так далее. Что-то такое. В целом это всегда бурбон, вот. Но и всегда это был бленд, да, Column и Pot. Всегда в совокупе. И только Pot Still, да, они никогда не делали. А сейчас не получается, что они сделали. Он уже, ну, какое-то время обратно уже вышел на рынок. Уже, в общем-то, поздно рыпаться. Потому что такие вещи, они очень быстро расхватываются. И в цене они потом растут достаточно стремительно. Но, тем не менее, серия называется Appleton Hertz. Кому интересно, там три разных выпуска, три винтажа. А самый молодой, это был, по-моему, 99-го года. И, то есть, там 21 год выдержка у него. Соответственно, в следующий был 95-й и еще 94-й год есть. Да. То есть три выпуска. И каждый выпуск, он в релизе только 3000 бутылок. То есть всего 9000. Ну, то есть нету их, короче, уже. Я на рынке не купить. Так в магазинах тоже точно. Ну, ладно, поэтому. Держите меня, семеро. Interesting facts. Here you go. Delivered. Delivered. Да. Карамелизированный манго и банан какой-то такой прям. Вот реально, знаешь, мне ассоциируется просто немножко такой, как поджаренный банан. Не поджаренный, ну, в смысле, не на сковородке, а в духовке, знаешь, такой. Ну. Как типа как десерт какой-то. Да. И он посыпан этим самым коричневым сахаром. Да, кстати. Да, карамель здесь есть. Карамель точно присутствует, и тропические фрукты есть. Ну, не, он на вкус просто, вот он сразу растекается. Никакого там, знаешь, что-то алкоголь там много, не. Одно удовольствие. Просто вот одно удовольствие. В меру, причем, вот сладость, да, нету лишнего такого. Но все равно как небольшой такой, как праздник, как индалджмент, как трит какой-то. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, очень продолжительный. Еще. Очень продолжительный, и вкус интенсивный, сохраняется долго, что интересно. Ну, вот после вкуса вот такое прям еще. Угу. Все висит. Очень неплохо, да. Угу. Ну, вот. Как будто, вы знаешь, как будто это какой-то безалкогольный напиток. Ну реально, вот настолько легко идет, как сок. Ну, пьется действительно, да, легко. Ну, как и сказали, да, вот на ароматику, что да, он бархатный, он такой вот элегантный, такой выровненный, ровный. Вот прям вот круто отточенный, сбалансированный, и все. И вот он прям вот здесь действительно это все про это. Знаешь, что представляется, когда я вот, ну, пробую на аромат или на вкус, если взять вот шелковое полотно и под вентилятор, знаешь, под ветер опустить, оно так будет типа развиваться, да, вот так, да. Вот как поверхность воды, вот такая вещь. Или вот вода, знаешь, типа, знаешь, делают так фотографии прямо из воды, и видно как бы, ну, гладь, и да, куда-нибудь там уходит в закат, да. И вот такое все такое оранжевое, там такое красное. Выныривает, да? Да. Вот. И его водой носит, море, так, Рома, знаешь? Да, море Рома. Ну... Не. Чувственный такой, кучу вызывает ассоциаций таких приятных. Очень неплохо. Очень неплохо. Девочкам тоже понравится, я думаю. Сто подвал. Да, однозначно. Потому что он не резкий, он приятный, сладкий, вкусный. В нем алкоголь есть здесь вот, совершенно. Не только фрукты, а вот кофе здесь точно такое присутствует. Причем такой вот сладенький кофе. Ну, праздничный такой напиток, действительно, вот. В хорошей компании. Угу. Мне показалось, что был кокос сейчас.
не знаю, не готов на это поставить, все, что у меня есть. Но ничего нельзя здесь исключать, здесь может быть все, что угу. Нет, кокос он... точно был, кокос но... точно был. А он мне с миндалем дал немножко. Здесь будет много всего, и оно опять же так хорошо сбалансировано, ничто не выделяется резко так может вперед. Может быть, твой кокос-то мой миндаль? Может быть, может mm-hmm. быть. Кокос-то круче миндаля, мне кажется, по-любому. А, ну вот, вот ради этого мы и начали рамклаб, собственно, вот чтобы... Чтобы прийти к этому, чтобы как-то найти причину пить. Пить хорошие напитки. Плюс 33, да? Да, плюс 33. Не, ну слушай, ну да, да, это достойный, действительно очень хороший экземпляр, это подарочный экземпляр, это праздничный, ну если позволяет, конечно, на каждый день, но даже если позволяет деньги пить такой каждый день, я бы, наверное, все равно бы это не рекомендовал, потому что, ну, ты просто, пицца можно просто избалуешься просто. Ну просто можешь, да, под печень посадить. Поэтому, ну, хорошие вещи, они все-таки, наверное, должны в какой-то степени оставаться хорошими. И... То есть ты должен к ним возвращаться потом, со временем, mm-hmm. как-то, знаешь. Там. Я вот стопудово, мэн, я брал один раз такой, как healthy snack в пакетике хлопья, вот кокосовые, кокосовой мякоти. Вот очень сильно мне напоминает. Да? Mm-hmm. Такие, как сушеные, знаешь, чем я говорю? Хлопья, сушеные кокосы. Баунти. Баунти вспомни. Mm. Реально, тот тоже сладкий кокосовый. Но здесь новый вкус, миндальный. Типа, limited edition. Баунти, almond flavor. Да-да-да. С миндалем всегда сложно, у миндаля очень слабо выраженный вкус, у самого миндаля. Сам миндаль еле-еле отдает миндалем. Ну что здесь, ты что здесь еще сказать? Я не знаю, что еще добавить? Да все, я думаю... Да офигительно, что, надо оценки ставить. Хорошие, да, давай ставим оценки, я думаю, что однозначно, кому будет интересно, традиционно есть возможность все попробовать, что у нас есть в баре, да? Ну, пока это не закончилось, да, или пока вас не опередили другие. Это как бы традиционно, пробнички возможны, все это высылается, все это оплачивается, так что все делается. Нет преград. Угу. Ну вот этот реально, да, вот посидеть, бокальчик, и потом, да, в большое удовольствие можно там, не знаю, сигарку какую-нибудь пойти покурить еще, да, это хорошо. Жалко, что 115 евро стоит. Слушай, ну с другой стороны, хорошие вещи и должны, наверное, да, столько да, стоить. Да, да, ну вот это, знаешь, и видно так, всегда. Вот тогда, когда, знаешь, человек, не знаю, там, ну, скажем, не знаю, вроде не хочется никого обижать, но это правда, да, вот если человек сидит, не знаю, на одном уровне, там, не знаю, там, Джемисон или там, знаешь, Бакарди какой-то, знаешь, там, о, это что? Это 115, о-о-о. Типа, да. Но это, во-первых, это way. Насколько, да? И, может быть, подожди, еще что-то промежуточное пройдись, попробуй и так далее, приди к этому. Но если речь заходит, да, про деньги, как бы, ну, слушай, ну, это хорошая вещь. Ну, люди часто это думают, что вещь. Это кидаловый какой-нибудь маркетинг. Да. Мол, да, да. Вот я могу это купить. Не он много стоит. Как я уже сказал, пусток большой, и реально 21 лет, ямайский ром, тропическая выдержка полностью, да? То есть очень большие испарения, ангельская доля они теряют при этом, и 115, ну, с такой презентацией, тем более, как бы, ну, это не так много. Это ты мало зарабатываешь, а не он много стоит, так что, да. Не, ну да, ну, видишь, люди задаются вопросом, вот там, нравится кому-то, не знаю, что-нибудь там, ну, за 30 евро. Вот будет это для него в 4 раза лучше или не будет? Ну, не знаю, слушай, ну, это, знаешь, такое, это уже гипотетический вопрос уже идет. В моем понимании, что, наверное, вот где-то вот этот рубеж, ну, вот прям супер отличные вещи, да, то есть можно, во-первых, их можно настать, не знаю, там, в пределах, там, не знаю, 300 даже, да, ну, mm-hmm. прям отличные вообще. И такого же уровня ты можешь купить, наверное, не знаю, и за то, что стоит тысячами, да. То есть он не будет, вот прям, знаешь, ты попробовал этот за 300,
и тот за 3000, и он прям вообще, просто, слушай, ну это вообще рядом не стоит. Ну такого, ну разница, да, будет, но, во-первых, это опять может быть дело вкуса. Во-вторых, это не всегда то, что дороже, это действительно, к сожалению, так. То есть тогда, когда ты идешь, там, не знаю, там 10, 20, 50 евро, да, вот эти рубежи, там действительно более ощутимая эта разница, ты можешь найти. Ну, наверное. Ну вот просто любопытно, да, если, ну вот мы пробовали там, за 30-40 евро, вот пробуем за там 100 плюс-минус евро, да, вот бутылка, которая стоит 500 евро, 1000 евро, да, вот, ну она вообще, какая она? Как, что там внутри и как это, ну, будет? Ну, разные как бы есть, разные. Представляешь, ну вот купить бутылку за 500 и как бы, ну, разочароваться. А ну да, она, наверное, будет там прикольная, классная, ну, вот, наверное, не хуже этого, да, но вот за 100 или за 500. Слушай, ну, какие-то эксклюзивные вещи ты, во-первых, покупаешь... Там там больше уже приходит дело к коллекционированию, нежели чем к употреблению. Ну, ну, и даже если ты покупаешь, как чтобы его попробовать, то ты покупаешь это, ну... Это как просто дополнительный еще экстра экспириенс, который ты просто можешь получить, да. Что-то вот экстра, что выходит за гранью обычного, что у тебя вот доступно, сейчас попалось. Что-то эксклюзивное. Но это стоит денег, да. И там стоит вопрос. Да-да, нет-нет. Нет, ну тогда, пожалуйста, иди по рядовым, да. Иди там 12, там, не знаю, 21 и так далее. Хочешь какой-нибудь бочковой, еще что-то, какой-то супер винтаж, да, там, не знаю. Да тот же самый, да, вот, например... Где 3000 бутылок, да, не знаю, как он, 95-го года, винтаж, под стил только. Ну да, он будет стоить много, да. Но это как бы такое, как бы, но... Это просто для людей, скажем, сильно искушенных, вот которые, вот я хочу посмотреть, какой еще бывает Appleton, да? Да, ну, да, да. Вот да, я знаю, да, он такой, да, а вот какой он еще может быть? И вот за этот опыт я готов как бы это сам. Если я не готов, тогда нет проблем. 12-летний Appleton отличный, просто по отношению к своей цене, просто фантастика. Чтобы такое любопытство удовлетворять, надо очень хорошо в школе учиться. Очень хорошо. Прямо вот... Что ты имеешь в виду? Ну, чтобы деньги зарабатывать потом такие, ну, чтобы это можно было купить и попробовать. Надо прямо, знаешь, только пятерки. А потом еще, когда на лето уходишь, надо дополнительное домашнее задание просить про учителя. Прямо дайте мне, пожалуйста, я хочу лет через там 15 Appleton редкий покупать. Можно мне вот дополнительно пару столбиков алгебры? Если попроще пути, чем мучить. А, пиздите, ну тоже можно. Там много ума не надо, там проще все. Риски другие немного, но... Ну что, давай оценки. Я немножко странную оценку дам, поставлю 86. Это больше, например, чем я ставил всяким вейлерам. Но, наверное, я признаю, что, может быть, они заслуживали больше. Но я вот 86, мне прям очень комфортно поставить сейчас оценку. Угу. Сколько ты дашь? 84. А сколько ты дашь? Это вот самое интересное. Зрители не интересуют, что там мы с оператором думаем. Им как бы... Что ты дашь? Я дам 86 тоже. Я дам тоже 86. Мощность. Действительно, очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Да. Как-то вот прямо напросилась в голове, знаешь, оценка появилась и уже вот сформировалась. Заняла свое место, и ничего нельзя было с ней сделать. Как-то ее уменьшить, корректировать. Не представлялось возможным. Ну, однозначно, да, этот Appleton советую, как я и раньше его советовал, так я его и продолжаю. Качество действительно внутри есть. Да, он не дешевая бутылка, в общем-то, да, но она более чем, скажем так, ну, не то чтобы оправдывает да, себя в тот момент, когда вы это уже пробуете. Но, наверное, может быть, не стоит с этого начинать, даже если деньги есть, как бы, ну... Если с этого начнешь, ты просто не сможешь пить потом, знаешь, то, что тебе друзья будут наливать. Да. Ну, не сможешь, потому что это все будет казаться полным шепотком. Да, так купил бутылку и друзей потерял. Ну, к чему это? Да, это не нужно никому. Друзья важнее бутылок. Ну и чего, не подслащен, не подкрашен non-chill filter, наверное. Не подслащен точно, да, а вот по поводу подкрашивания тут... Неизвестно. Неизвестно или известно, что да? Ну, подкрашивают. Этот подкрашивают вроде бы. 86 на 82 ставить. Не, нет, ну нормально.
Этот вроде подкрашен. Не, молодцы, Эплтон. Спасибо Эплтону. Спасибо, зритель, что ты к нам пришел, слушаешь нас тут и... Ну, может, уже и не слушаешь. Но все равно спасибо, что был. Да. Всего доброго. Пока.